Новый сквер на месте пустыря появился в центре Астаны. Участок много лет был бесхозным, но после того, как внимание на это обратил президент страны, его привели в порядок. Облик столицы сейчас активно меняется. Только с начала этого года по всему городу благоустроили 170 дворов, скверов и аллей. Продолжит тему Рауль Габитов. С одной стороны Байтерек, с другой здание Государственного архива. Это место знакомо каждому жителю Астаны, да и гостям, пожалуй, тоже. Долгое время здесь был пустырь, мягко говоря, портивший общий вид города. Теперь его превратили в своего рода оазис с декоративными тропинками и деревьями. Часто ходил. Тут в основном тяжело было проходить, потому что все закрыто, грязь, слякоть. А вот сейчас смотрю, вот хорошо сделали, мне нравится. С этой стороны развлекательный центр, а здесь теперь красивое место для отдыха, так гораздо красивее. Я не так часто здесь прохожу, но раньше все равно замечал, вид был неприглядный. Теперь все в порядке. Рабочие сейчас наводят финальные штрихи, устанавливают игровую площадку, скамейки и урны. Были предложения по строительству и школы, и сквера, и гостиницы, и торгового центра. В итоге, с учетом всех предложений, было поручено городу открыть там сквер. Сквер получился, на мой взгляд, достаточно уютный, хороший. Преобразились и другие участки города. В порядок, например, привели парки Мира и Согласия, Жастар и Ботанический. Планы на следующий год не менее грандиозные. В приоритете обновить Центральный парк. Плюс парк Жируик, плюс продолжим работу по Мангликель, плюс большой сквер мы планируем в пригородном возле аэропорта. В Уркере до ума будет доведен сквер. Потом парки, которые в плохом состоянии, это Коктал-1, Коктал-2 будут реконструированы и так далее по всем направлениям. Объем финансирования на благоустройство Астаны постепенно растет. Как пример, бюджет коммунального предприятия, которое занимается этими работами, в следующем году составит около 15 миллиардов тенге. Ожидается, что в общей сложности в порядок приведут и построят больше 40 скверов и парков. Рауль Габитов, Канат Махмутов, Хабар.